Здравствуйте, уважаемые козероги. Гороскоп на январь 2024 года. Это, конечно же, ваш месяц, потому что так много транзитов по вашему знаку зодиака. Конечно же, солнце идет по вашему знаку. Новолуние в вашем знаке зодиака 11 января. Марс в вашем знаке зодиака 4 января. Меркурий в вашем знаке зодиака с 14 января. И конечно же, Венера. Венера в вашем знаке зодиака с 23 января. Очень много вашей энергии, ваши дни рождения. Я вас с ними поздравляю и желаю, чтобы все ваши мечты осуществлялись самым наилучшим для вас образом. Пусть то осуществляется в вашей жизни, что еще лучше, чем ваши мечты. Пусть самое лучшее воплощается для вас. Доверяйте судьбе, доверяйте себе. И в вашем первом доме гороскопа самые важные личные планеты. Давайте, наверное, начнем с Марса. Марс 4 января переходит в ваш знак Зодиака. Он здесь в экзальтации. Марс ⁇ это воин. В знаке Зодиака Козерог ⁇ это наилучший воин. То есть то, что Марс в вашем знаке в экзальтации, это значит, что э, верх мастерства, стратегии, прежде всего, стратегического, э, планирования, тайм-менеджмента, целеустремленности, э, умения командовать ситуацией. То есть все, что... Должно быть, по идее, присуще лучшему воину, должно быть присуще вам, конкретно по жизни и в данном месяце тоже так точно. Конечно же, это месяц просто идеальный для мужчин-козерогов, но и девушки тоже вы тоже будете реализовываться смело, открыто, напористо, с целеустремленно. То есть вот эти все качества, они, конечно, общечеловеческие качества. И чаще мужчины даже менее целеустремленные и менее смелые, чем женщины, хотя считается, что это должно быть присуще мужчинам. Здесь все, и мужчины и женщины будете нацелены на какие-то результаты. Результаты, их может быть несколько. А здесь, конечно, очень важно стратегически все это рассчитывать, просчитывать. Думаю, все из вас знакомы с разными техниками методиками. Самое известное это смарт-анализ, постановки целей, ну и множество других, какие хотите, вплоть до эзотерических, тоже, конечно, можно. Тем более, что и ваши дни рождения. Та же самая карта фэн-шуй, которую, может быть, уже многие не любят, ведь это просто план, нарисованный на карте. Карта желаний. Вот ваша карта. Вот, пожалуйста, выстраивайте стратегию, продумывайте движение, продумывайте, как вы будете действовать, чтобы победить, чтобы быть победителем по жизни и триумфатором в этом месяце. У тех, кто рожден в январе, у вас, конечно, будут триумфальные дни рождения, особенно тех, кто после 4 января рождены, когда Марс будет уже в знаке Зодиака Козерог. У вас у всех, у тех, кто рожден после 4 января Козерожки, будет в соляре Марс в Козероге. То есть, в общем-то, это весь год будет для вас победоносным. Я вас поздравляю. Главное, конечно же, помните о том, что вы важнее любой вашей войны. Может быть, никто не знает, какой войны, в какой войне вы участвуете, а может быть, знают все. Но вы должны помнить о себе, о том, чтобы вы по итогу остались в выигрыше. Тем более, что катероги, я думаю, что кто-то из вас уже знает, кто-то из вас не раз уже побеждал и потом понимал, что за что боролся, а то и напоролся. Поэтому очень важно ставить правильные цели. Важно не тот факт, что вы победите, а вы победите. А то, что вы будете чувствовать после этой победы. Нужна ли будет вам потом эта победа? Какой она будет? В негативе, конечно, эта победа может проявляться как первая победа, когда, ну вот, это самая фраза, за что боролся, а то и напоролся. Осторожно. И помните, что иногда и проигрыш – это ваша победа. Если нужно победить за счет того, чтобы проиграть, почему бы и нет? Мы не гордые, правильно? <laughs> Гордость, кстати, гордыня. Гордыня – это грех Козерога. Гордость и гордыня – разные вещи. Если у вас гордыня, с этим, конечно, нужно работать. Работайте над собой. Тогда все ваши победы будут приносить вам только исключительно лишь счастье. Самая, конечно, лучшая стратегия, которую вы можете выбрать в этом месяце – это win-win. Победил, победил. То есть партнерство, когда двое партнеров победители в паре. Поэтому пара, конечно, вам очень нужна вообще, как всегда и по жизни, уважаемые Козероги. И да, этот месяц способствует тому, чтобы дела любовные ваши тоже порешались. Этому способствует Уран. Уран с 2018 года, с мая 2018, в вашем доме любви. Эта тема вообще не новая. Эта тема не то чтобы не этого месяца, а даже не этого года. Уран давно в вашем доме любви, с 2018 года. А этот год будет крайним. А потом уран будет еще уходить, возвращаться. Ну, как бы в детали сейчас не будем вдаваться. Смотрите мой гороскоп на 24 год, там я рассказываю подробнее. Вот в этом месяце уран в вашем доме любви становится директным. Это происходит в конце месяца, 27 января. Январь будет месяцем, когда ваши любовные дела пойдут на лад и, может быть, очень резко улучшатся. В общем-то весь январь можете воспринимать как месяц, решающий в плане любовных отношений. Уран ⁇ планета непредсказуемая, и многие астрологи не берутся вообще ничего предсказывать по этой планете. Поэтому я тоже, пожалуй, последую их примеру и скажу, ничего не буду предсказывать по Урану. Скажу так, что, возможно, разные чудеса в любви. Ожидайте, загадывайте, сотворяйте чудеса своими руками. Поддерживает тему любви также Венера, которая с 23 января будет в вашем знаке Зодиака. В 2024 году Венера дважды будет ходить по вашему знаку Зодиака. Уважаемые козероги вам повезло. Есть только три знака Зодиака, которые в 2024 году дважды посещает Венера. Вы один из этих знаков Зодиака. То есть 3 из 12. Вы попадаете в тройку победителей. Я вам говорю, что вы победители по жизни будете. Может быть, у вас будет не первое место, может, второе или третье. Ну, тут, конечно, да, от вас зависит, и смотря в чем. Но помните о том, что, ну, как минимум дважды у вас может быть возможность победить, как минимум дважды. Помните о том, ради чего вы боретесь. Если вы боретесь ради любви, то победа будет за вами. Смотрите, 23-го Венера в вашем знаке зодиака, а 27-го Уран разворачивается в Доме любви. Поэтому, конечно, наиболее любовным на самом деле будет конец января. Это 3 декада января, то есть когда солнышко уже перейдет в ваш второй дом, когда солнышко уже будет в Водолее. А это, кстати, еще и дом денег. То есть третья декада января для вас – это и про любовь, и про деньги, и про разные чудеса и неожиданности в сфере любовной прежде всего, но и в финансовой тоже. Можно так сказать, что третья декада января будет продолжением ваших дней рождения. И, может быть, вы будете чувствовать, что как будто вот все еще длится эта энергия, все еще она продлевается. До конца января вы будете ощущать как будто вы в энергии праздника, победы, триумфа по разным сферам жизни. Третья декада наиболее финансово прибыльная. С 20 января, в принципе, уже, когда солнце уже переходит в ваш второй дом, в дом денег. То, что солнце переходит в дом денег, это да, это каждый год бывает такое, что солнышко идет по второму дому. А вот то, что Плутон переходит в ваш дом денег, такое бывает раз в 20 лет. Плутон 21 января Смотрите, то есть Солнце 20-го, Водолей, ваш второй дом, а Плутон 21-го, ваш второй дом. 21-го Плутон переходит в ваш финансовый дом. А он в течение года будет еще петлять и возвращаться в ваш первый дом. Но этот уже переход откроет следующее 20-летие финансовой прибыли для вас. Если по Солнцу мы говорим о том, что у вас месяц финансовой прибыли с 20 января по 20 февраля. Если по другим да, транзитам, медленным, мы тоже можем говорить о том, что вот какие-то временные, например, по Венерочке в первом доме это подарочки вам, да, то есть какие-то временные поступления, праздничные поступления, ну, вы ожидаете, да, что вот подарок по Венере, например, денежки вам подарят, то Плутон в вашем втором доме это вообще эпопея очень долгая, это очень долгая история. 21 января 2024 года вы можете начать взаимодействовать, хотя большинство из вас уже это начали, с какими-то массами. Это может быть масса людей. Это может быть еще какая-то другая энергия. Не знаю, может быть вы в банке работаете с деньгами. Но в любом случае вам будут приходить деньги. От людей деньги, от денег вы сможете делать деньги. Еще другие источники, доходы. Плутон э, отвечает за наследство, к примеру. Также за любые другие выплаты, полученные от других людей. Это деньги мужа. Может быть, кто-то из вас выйдет замуж в этом году а, и сможете жить на обеспечении у мужа. Может быть, кто-то из вас получит наследство, которое вы удачно вложите, например, откроете, сделаете свой бизнес, и это вложение этих, этой суммы потом будет приносить вам 20 лет доходы. Кто-то из вас уже собирает пенсию себе, копит. Кто-то уже начинает получать пенсию в январе, смотря сколько вам лет, смотря в каком вы статусе, какого вы пола и так далее, и так далее. Разные бывают выплаты от государства, не только по возрасту, но и по выслуге, по заслугам, еще почему-то. Будет финансовая прибыль идти к вам от других людей. Да, у многих это непосредственно через работу, через вашу зарплату, потому что все-таки путов в доме зарплаты. Но и пассивный доход здесь тоже предполагается, он здесь по умолчанию идет, то есть это какие-то деньги, которые вы одновременно может быть и заработали, и получили. Например, вы написали какое-то, давайте такой пример яркий, хотя редкий, какое-то произведение, написали а, текст, музыку, заработали на этом, и дальше эта а, музыка, текст идут на куда там, да? на разные источники, на разные платформы, а вам за это капают денежки. То есть вы можете что-то создать, реально, вы потрудились, а потом за это получаете доход уже пассивный. То есть вот вам плюс, да, плюс активный плюс пассивный это долгая тема. Плутон будет в водолее до 1944 -го года. Да, еще раз подчеркну, что в 24-м он еще петляет, он еще не окончательно в водолее. Но тем не менее, эта энергия уже пошла. Вы, должно быть, уже знаете, что это. Уже оттуда вам шли деньги, вы уже это пробовали. Предыдущие годы вам были даны на то, чтобы развивать в себе те качества, которые позволят вам удержать финансы крупные капиталы. Так что, уважаемые Козероги, конечно, это не для всех. Конечно, это для, для больше для типичных Козерогов. Для Козерогов по асценденту в первую очередь. И главное, самое главное, для проработанных Козерогов. Еще для тех, кто взрослый. Потому что Плутон это планета 40 ⁇ То есть, если вам нет еще 40 лет, то у вас, скорее всего, еще нет тех крупных сумм, которые потенциально Плутон может принести. Но время-то идет. Если вам за следующие 20 лет стукнет 40 лет, то у вас еще все впереди. Помните, что это длительный транзит. Посмотрите, какая здесь должна быть продумана реально стратегия, победоносная стратегия на следующие 20 лет. Сейчас даже сложно представить, что такое 44 год. Вы можете представить себе 2044 -й? А должны. Вот такая большая стратегия на 20 лет у вас не должна быть простроена. Пробуйте, у вас получится если плутон у вас с 21 января в доме зарплаты, то полнолуние 25 января в доме плутона как все перекликается в восьмом доме то есть плутон во втором, а полнолуние в восьмом это противоположные дома это финансовая ось. но полнолуние уважаемые козероги это как раз таки тот, тот самый транзит который непродолжительный. солнце месяц Плутон 20 лет, а полнолуние может проиграться конкретно даже одним днем. Может быть, 25 января вам конкретно придут денежки. 25 января полнолуние в вашем восьмом доме гороскопа – это могут быть деньги в подарок. У кого-то действительно как-то так получится, что вам ваши дни рождения, правда, перенесут вот сюда, на третью декаду. Может быть, это, например, из родственников. Забыл, когда у вас день рождения. Может быть, у вас день рождения где-нибудь 15-го, вам подарят 25-го, да, подарок. То есть могут приходить еще денежки с запозданием. Так или иначе, к 25-му у вас будут деньги от других людей. Возможно, вы их где-то отложите себе в копилочку. То есть, скорее всего, и с большей вероятностью, если вам будут дариться денежки, вы их где-то будете оставлять себе про запасик. И к 25 января у вас этот запас получится хорошенький, хороший, такой надежный. Будет где-то лежать у кого-то в банке дома, у кого-то в банке, в банке, которой э, организация, ну, будет сформирована какая-то банка, которая вам поможет чувствовать себя обеспеченнее, защищеннее и больше, конечно же, доверять этому миру. Луна в восьмом доме. Здесь, здесь конкретно могут быть деньги от какой-то женщины, от мамы, возможно, ну, может быть, от какой-то и другой женщины. Тут э, по. Э, полнолуние в восьмом доме вам может быть передано какое-то наследство, дарственное, что-то еще, какая-то фамильная ценность по материнскому роду. Ну, у кого-то, конечно, очень крупные подарки. Я думаю, что вы сами знаете. Также, может быть, какие-то, в принципе, в этот день вы получите важные новости относительно вашей мамы, либо материнского рода, либо того, что она вам передала, то есть то, что у вас имеется. А может быть, какие-то еще истории проиграются. К примеру, ваша мама уезжает за границу. Тоже, да, это как бы важное событие, очень важно, но дальше какие последствия? Например, квартира достается вам, да, то есть мама уезжает, квартира ваша. Еще какие-то истории в маминой жизни, которые, может быть, вас и не очень касаются, вас коснутся. Ну, мама второй раз выходит замуж, например, вы узнаете, да? А, может наоборот, у кого-то мама разводится с отцом. То есть, если, например, вы сейчас понимаете, что э, ваша мама постоянно с вашим отцом ссорится, то да, может быть развод. Напоминаю вам, что это общий прогноз, уважаемые козероги. Он не может быть для всех одинаковым. Все зависит от вас, э, от вашей ситуации, где ваша мама живет, с кем она живет и так далее и так далее. То есть, если вы, например, ждете развода, то да, скорее всего будет развод. Тут может быть э, какой-то как еще вас да, будут перетягивать мать и отец, это если у кого такая ситуация. У кого такой ситуации нет, то это может быть какая-то другая кризисная ситуация с родителями, с памой, в частности. Какая-то история может быть связана, опять же, и с наследством. Может быть, и с другими вашими братьями и сестрами. Что-то здесь, какая-то заварушка небольшая, может произойти. Но по итогу, даже если какой-то будет вред, то он будет компенсирован по такому полнолунию. Для мужчин, которые никак не могут выйти из треугольника «мама, девушка и вы», знаете, есть в Библии фраза «отлепись от матери своей, прилепись к жене своей». Вот вам все, что могу сказать. Здесь такая тема для мужчин-козерогов может пройти. И, кстати, девушки, если вне зависимости от того, какого знака зодиака солнечного ваш мужчина, то это может проиграться так, что вы это будете наблюдать. Да? То есть если вы козерожка, у вас солнце в козероге, то вот то, что я говорю, может проигрываться для вашего мужчины, а не для вас. Вот то же самое, что я говорила про триумф, про победы, про наследство, про разборки с мамой. Это может не у вас быть в жизни, если вы козерожка солнечная, а у вашего мужчины. А тем более, если у вашего мужчины что-то есть в козероге, так вот точно может что-то проиграться. То есть это может вообще про него. Но если вы мужчина, козерог подсолнечный, то, конечно, вам здесь нужно выл вылезать из треугольника и не затягивать маму третьей, условно говоря, в постели к своей жене. Да, тут такие могут быть истории. А психологическая жена, есть такое понятие. Мама как психологическая жена – это когда мама присутствует в отношениях незримо. Да? Портрет где-то стоит, над кроватью висит. Либо мама может даже ночью трезвонить. Вот эти все дела, конечно, здесь нужно из этого выходить. Это долгий, долго можно об этом говорить. Проблемы мамин и сынков довольно-таки актуальны в наше время. Поэтому не будем, наверное, в это углубляться. У кого есть, здесь могут они реально быть. Снова-таки по урану в пятом доме это ребенок. Уран в пятом доме это ребенок вечный ребенок. И пятый дом треугольничек. Ну, с кем? Ну, здесь какая-то женщина, да, которая, по идее, должна была уже давно. А здесь может быть у кого-то бывшая, ну, какая-то прям бывшая, которая, ну, так, конечно, нельзя говорить, но сто лет недавности история. Может быть, какая-то бывшая, которая вообще за рубежом живет. То есть, ну, давно это должно было быть оставлено. Дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Вот это все надо оставить. Если так посмотреть этот месяц, то месяц, конечно, денег и любви. Еще очень важная вещь, которую я забыла сказать. В самом начале, 2 января, становится директным Меркурий. Он становится директным в Стрельце. А затем 14 января он снова в вашем знаке зодиака, уважаемые козерожки. То есть Меркурий в козероге с 1 декабря 2023 еще. И снова он в вашем знаке зодиака с 14 января. Видите, дважды дважды Венера, дважды Меркурий. У вас много возможностей, много шансов на все, что вы хотите, вообще все реализовать. Снова таки Меркурий в первом доме. Меркурий это циферка 3. То есть у вас может быть, ну, ну сколько угодно целей, ну, минимум три, а вообще сколько хотите. Две сферы жизни будут наиболее активны, любовь и деньги. Но все ваши цели, все, чего вы хотите, вы можете достичь уже в этом месяце, либо в своем воображении, представив, как это будет. Еще раз подчеркну, вы можете делать краткосрочные планы. Но это может быть и должно быть стратегическое планирование аж на 20 лет, если вы можете себе это позволить, если вы уверены в себе настолько, что действуете. Вне зависимости от ситуации, вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости ни от ничего. Если вы верите в себя, здесь для вас все возможно. До 14 января, пока Меркурий будет еще в вашем 12-м доме гороскопа, здесь очень много будет каких-то э, мыслительных процессов, внутренних ваших и бессознательных каких-то процессов, еще каких-то тайных дел, скажу это так. Конечно, Меркурий в 12 доме идеально подходит для различных предсказательных, гадательных техник. Обращайтесь ко мне, уважаемые Козерожки, для составления своего соляра на год, гороскопа на год, для таро раскладика на год, для работы с рунами. Меркурий в 12 доме ⁇ это маг, как он есть. Также и вы сами можете всем этим интересоваться, либо чем-то похожим около того. Какая-то тайная деятельность. Если это не эзотерическая тайная деятельность, то может быть какая-то другая. Может быть поиск чего-то. То ли вы ищете потерянные документы, то ли ключи, то ли какую-то информацию. Может быть у вас работа какая-то, связанная с тайнами тоже. И вы ищете какие-то связи, информацию, бумаги, счета. То есть здесь первая половина января очень подходит для людей, которые работают конфиденциально, с конфиденциальной и строго конфиденциальной информацией. Поэтому смотрите сами, конечно, тут. А если вы работаете с иностранцами, тоже первая половина января для вас будет очень хороша. Здесь много общения по интернету, удаленного, по переписке, конфиденциального. То есть то, что никто не знает. Если у вас а бизнес, свой бизнес, то здесь вот очень может быть, что вы либо выходите на какой-то новый уровень через взаимодействие с иностранцами, либо это все увеличивается, ваш прибыль растет, если вы и так уже работаете с иностранцами со всем миром. Меркурий 2 января становится директным, и на самом деле это аспект слежки, честно вам скажу. То есть может быть такое, что вы за кем-то следите, либо кто за вами следит. Может быть и так, и так, либо что-то одно из. Опять же, в зависимости от вас, от того, кто вы. Потому что, например, если вы, например, работаете в сверхэзотерике, да, то вы как бы прослеживаете какие-то тайные uh, связи uh, человеков других, но в то же самое время за вами какой-то, может быть, ваш бывший, например, следит в соцсетях. То есть это очень по-разному может быть. Расследование, исследование, изучение либо вами, либо вас. И это может быть как в положительном значении, так и в отрицательном. Вы, может быть, что-то исследуете какую-то информацию, чтобы помочь людям. Может быть, вы спасаете людей, находя тайную информацию. А кто-то другой, к примеру, может следить за вами, чтобы сплетни о вас потаскать. То есть и в плюс, и в минус, к сожалению, тут разные варианты возможны. Опять-таки, кто это может за вами следить? Ну, кто угодно. Больше, больше всего, что это кто-то издалека, кто-то из-за границы. Это может быть человек, которого вы даже не знаете. Это могут быть ваши родственнички, а может быть, это бывшая вашего бывшего, которая зачем-то вас мониторит. Тем более, если вы каким-то образом активно себя проявляете, ведете свои YouTube-каналы и так далее. То есть учитывайте этот момент, и, конечно же, здесь каким-то образом, ну, каким-то я рекомендую, магическим, защищайтесь. Ну, если вы не защищаетесь и доверяете судьбе, то, конечно, справедливость выше существует, поэтому в любом случае, если вдруг что, вас защитят да, по справедливости, и обратку пусть ловят те, кто за вами следит, те, кто за, про вас сплетни таскает, те, кто вас очерняет, они той же грязью своей подавятся. Да? А тот, кто бросает грязь, у него руки у самого в грязи, а до вас может не долететь. Вообще, скорее всего, не долетит, так как у вас еще дни рождения, вы мощно защищены. Так что еще и по ретро-меркурию, да, по развороту Меркурия, это бумеранг. То есть после 2 января, и особенно для тех, кто рожден после 2 января, поверьте, козерожки Всем поприлетают бумеранги. А до вас вообще, может, ничего не долетит, им обратно так и попадет, да, то есть бросают вверх своим же и захлебнуться? Это особенно актуально для тех из вас, кто родился после 2 января. То есть у вас тут конкретно будет такой момент, что тем, кто вас обидел, будут лететь бумеранги. Как заметить, как узнать, да, даже если вы никак не контактируете, понятия не имеете, например, кто за вами следит, как узнать, что у ваших обидчиков все стало хуже. Если вы их не мониторите, а большинство из вас люди благородные не мониторят врагов. А как узнать, у вас жизнь улучшается? То есть если у вас вдруг ни с того ни с сего улучшила жизнь, это значит, что энергия была, восстановлена был баланс. И у вас чудесным образом деньги пошли больше. Это значит, что где-то кто-то наказан, кто вас обидел. И так далее, и так далее. Именно чудесным образом, да, я подчеркиваю. То есть если вы не видите связи, если вы думаете, вау, откуда у меня это? Почему такой подарок? Я этого не ждала. Да? То есть не то, что вы это не зарабатывали. Если вам реально какой-то подарок будет от судьбы, то скорее всего это компенсация за что-то, что вы пережили раньше. А еще раз напоминаю, чудеса, возможно, на протяжении всего этого месяца, особенно третья декада, там еще именно финансовые чудеса наиболее вероятны. Ну, а бумеранги тоже, возможно, для кого-то из вас, как подарок на день рождения, вы увидите. Кто-то, может, реально узнает, да, как поймали обраточку ваши враги. Двенадцатый дом все таки дом врагов. Правда, тайных и скрытых. Вот почему. Да? Меркурий в 12 доме – это тайный враг. Но вы, может, вообще его не знаете. Вот в чем дело. Только почувствовать сможете. А если знаете, узнаете это, да, во-первых, может быть. А если знаете, то прям конкретно это проследите, что там происходит у врага. Иногда, кстати, враги сами проявляются и сами вам сообщают, что там с ними случилось. Такое тоже может быть в этом месяце, в январе, в вашем месяце. Уважаемые козерожки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заказывайте свои личные гороскопчики, абсолютно любые. Месяц прекрасный, я поздравляю вас с вашими днями рождения. Будьте счастливы, будьте любимы. Еще хочу добавить, 11 января новолуние, а вот в этот день все козерожки почувствуйте, как будто бы ваш день рождения. Прекрасное мастер-число, 11.01. Вообще всех козерогов поздравляю. Цветите, расцветайте, осуществляйте все свои прекрасные желания. Будьте счастливы. Всех благ. Всего доброго.